Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Amazfit Falcon. И сейчас я покажу вам, как подключить данные часы к Android-устройству. Итак, включаем часы, выбираем здесь язык. Далее нам нужно установить приложение ZAP на устройство. И нажимаем «Устройство», выбираем «Часы» и сканируем QR-код, показанный на часах. Нажимаем «Установить соединение и подключить» и нажимаем «Добавить», сверяем код, нажимаем «Добавить». Если код не совпадает, нажимаем «Отмена» и пробуем еще раз. Ставим галочку на часах. Нажимаем «Готово». Здесь можно включить доступ к уведомлениям, можно включить вызов от всех контактов, синхронизацию календаря, местоположение для погоды. И нажимаем «Готово». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.